четвертый раз мы проводим этот турнир. Да, он стал традиционный. Пледж-хоккей, конечно, стоит особняком. Это наши ребята, которые стали серебряными призерами Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. И это как раз достижение дало серьезный мощный толчок для развития, в том числе и слэдж-хоккея, и адаптивного спорта в Югре. Уже четвертый год мы реализуем программу «Доступная среда», участвуем в этой программе активно, адаптируем объекты для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли свободно их посещать и заниматься этим видом спорта. Спортивные объекты всегда совершенствуются в Югре «Мегаспорт». И под доступную среду, тем более после проведенных Олимпийских игр, мы сейчас еще готовимся ко второй всероссийской спартакиаде людей с ограниченными возможностями, поэтому мы сейчас еще более усовершенствуемся, сейчас будем на четырех объектах еще доводить до совершенства. Поэтому я думаю, что проблем нет, у нас есть номера специально подготовлены в гостинице Олимпийской. Здесь все оборудовано, специальные раздевалки для слэдж-хоккея, специальные борта сделаны, поэтому все готово к проведению дальнейших таких мероприятий. На самом деле, когда Центр адаптивного спорта начинает развивать тот или иной вид спорта, конечно, мы ставим в первую очередь задачу, пусть она на первый взгляд амбициозна, пусть на первый взгляд невозможна, мы ставим задачу, чтобы спортсмены, выступая на соревнованиях, занимали самые высокие места, самого высшего достоинства. Ребят, надо готовиться. В хоккее очень важно, это спарринг, это игровая практика. И никакая тренировка, она в принципе не замерит тот накал, который вы сейчас видите. Когда сегодня лучшие хоккеисты, я не побоюсь этого слова сказать, мира, да, между собой, с амбициями хорошими, с хорошей спортивной злостью, выясняли, кто лучше.